Волонтерство – настоящий тренд нашего города. Например, добровольческий отряд МИГ Саровского медицинского колледжа организовывал сбор корма животным. А также во время пандемии студенты помогали врачам в больнице, следили за выполнением антиковидных мер. О деятельности этой организации на классной встрече рассказала Екатерина Вилкова, лидер волонтерского отряда «Милосердие и гуманизм». МИГ выиграл сертификат победителя в молодежном форуме «Время выбрало нас». Ребята планируют реализовать проект «Умей помочь». Как приступить к сердечно-легочной реанимации, как ее правильно оказывать, как психологически быть к этому готовым. То есть мы обучаем вот людей первой помощи, чтобы они не растерялись, не паниковали, а знали конкретно, как, что делать. Участники встречи – школьники. Большинство из них только знакомились с волонтерством. Однако в зале присутствовали опытные добровольцы, представители школьных волонтерских объединений. Активисты делились опытом участия в городских мероприятиях. Находились на площадке, собирали детей из школы. Нужно было выстроить непослушных пятиклассников, шаловливых четвероклашек попарно. То есть вам нужно найти подход к каждому ребенку, например. Татьяна Селезнева, представитель добровольческого отряда «Волонтеры 14», впервые поучаствовал в классной встрече. Девушка рассказывала о добрых делах своей организации, которая сформировалась всего 5 месяцев назад. На встрече мы обменялись опытом с другими волонтерами, и, как оказалось, мы проводим много совместных акций. Например, недавно в нашей школе проходила акция по сбору корма в приюты. В ней приняли участие огромное количество ребят, чему я очень рада. Следующая классная встреча состоится 19 января во Дворце детского творчества. Участниками могут стать школьники и активисты общественных организаций города.